Всем привет, ребята, с вами ТНТ Фокс. Сегодня будем взрывать очень много петард. Вот, просили взрывать побольше, чтобы видео было немного дольше. Так что я взял побольше петард. Свистульки взял для интереса. И взорвем вот такой сок в конце. Так, установим пока штатив. Отложим в сторону все петарды, чтобы они не промокли. И начнем взрывать. Так. Петард сегодня очень много. Думаю, видео получится интересным. Также есть К-55, но опять же я не знаю, получится ли ее взорвать, потому что в предыдущих видео во всех этих петардах вот затухал здесь фитиль, и мы бросали их в костер. Кстати, видео с костром скоро появится на канале. Также ждите, кто еще не знал этого. Так, сок взорвем где-то в середине видео. Так, начнем взрывать петарды. Первая будет К-1000. Так, зажигалка подводит, как всегда. Сейчас возьмем другую. Отлично. Так, подправим камеру. Может, даже немного подальше. Так, следующая будет К-22. Так, теперь запустим блиц маленький от Максим. Вот так. Так, камеру возьму сразу с собой, потому что может полететь куда угодно. Блин, запарили уже эти зажигалки. Все говорят, покупай, покупай. Они все одинаковые. Так, поджигаю блиц. Взорвался где-то вверху. Вообще неинтересно их взрывать. Очень плохие. Так, следующая петарда. Smoke Scream. Мощь. Так, взорвем дымный шарик зеленый. Очень насыщенный дым зеленый. Так, теперь очередь розочки. Теперь розочка со взрывом будет. Отлично.
Так, К-55 оставим на конец, потому что она может не взорваться. Так. Также для сока возьмем на конец П-23. Можно взрывать. Сейчас одну П-23. Отлично. Так, теперь Корсар третий. Следующий будет Корсар третий. Значит, 3 взрыва. Так, давайте вам покажу, как уже пробило дупло здесь. Буду сюда, кстати, бросать сейчас. Так, нужно камеру установить. Вот. Бросим вот такого жука на 2 взрыва. Так, жук не взорвался. Вместо него пойдет Thunder King. Отлично. Дальше треугольничек. Так, следующий будет Cracking Ball. Так, еще есть Корсар третий на 2 взрыва от Золотого Дракона. Дальше пойдет К-05. Отлично. Так, следующий Корсар четвертый. Так, теперь Thunder King. Так, промок. Так, Thunder King не взорвался. Взрываем П-2000 синюю. Мощь. Так, давайте установим скрим вот такой П-2002 здесь. Так, скрим развортил пол пня. Вот такой кусок замерзлый отлетел. И еще здесь разлетелось, как видите. Так, предлагаю установить здесь петарду К-55, а вдруг взорвется. Посмотрим, что будет с этим пнем. Так, установили. Поджигаем.
так. Не хочет, короче, взрываться, а даже поджигаться не хочет. Что же, взорвем ее в следующий раз. Так, остались у нас свистульки. Вот, давайте их позапускаем. Так. Буду устанавливать свистульки здесь. Пусть туда летят. Вот так. Тоже поджигаем. Буду с рук снимать. Может, будет видно. Очень высоко улетает. Нужно ниже поставить. Так, и последняя свистулька на сегодня. Думаю, было видно последнюю. Так, что же, остался на сегодня P23 и сок. Будем взрывать. Так, взорвем здесь, чтобы было видно результат. Вот так. Так, устанавливаем петарду. Поджигаем. Вот. Разнесло вот такую дыру. Вот это я понимаю, петарда. Ребята, я думаю, даже К-55 не сделал бы такую дыру. Вы только просто посмотрите. Вот этот кратер размером с руку. Какой он огромный. Так, ребята, вот осколки от сока. Мы это все пособираем, чтобы не мусорить в лесу. Вот. Кому понравилось видео, подписывайтесь обязательно на канал. Не пропустите новые видосики. Также предыдущие смотрите, очень интересные все. Подписывайтесь на второй канал. Там тоже интересные видео. С вами был ТНТ Фокс. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.